Ага, вот дошли мы. О, вон даже вон туалетик вам поставили. Да, туалет есть, да. О, даже сам заяц там есть. О, где? А где заяц? А вон какие-то эти самые, знаешь, там куклы. Где? Да вон там, вот со всей стороны. Я не вижу. А, не вижу. Сейчас я сфоткаю эту панораму. Да, Сергей Лазарев с этой Бузовой. Это прям к литературному это самое, там, празднику вообще. Я тогда помню, не знаю, что это. Тань, я вообще, кто бы мне бы сказал бы, он, кстати, нас сейчас это самое, снять могут на камеру. Тихо. Вот, мы прямо это вовремя. Офигеть. Через 4 минуты что-то там начнется. Вовремя, да. А то, что мы там, правда, это прошли через хрен знает где, это ничего. Но я имею в виду, тут, конечно, просто бесплатно, но это... Может, и металлоискатель просто уже был проходить? Да, да, да. Нет, это как бы типа иллюзия, что они как бы что памятники, в общем. Если вы хотите, значит, ну, там попасть на федеральное, то есть ТВ, значит, на вот «Россия-1», вы прямо это, вылазите в кадр, он тому-то мужику. Это с камерой. О, да. Я хочу пришла. Да, кстати говоря, они там красивые так они, да, это? Через 4 минуты. Так, а карточка моя у тебя? Я тебе отдал. Или я тебе ее где это ключи бы, это я тебе то туда это сам это положил. А ты что, не взяла? Ну-ка, а ты у себя, ты глянь, может ты все-таки это положи это? Давай, тебе можно его снимать? Ладно, мы вам еще один зашьем, прям вот по вашим меркам, значит, в следующий раз. Здравствуйте. Не то, не то, да. Это лучше их-то, конечно, точно, ну, так накрасили, что это. А это Вдовин, кстати говоря, он стоит это, в этой полосатой. Hello. Вот отсюда, кстати, вид. Лучше. Всех желающих поучаствовать в экскурсионной программе, просьба подойти сюда, в одной группе музея. А, кстати, там это, слышишь, там еще сидит еще оркестр, кстати говоря, живой. Чего? Кто сидит? Оркестр. Конечно же. Не знаю, может пока немножко пройтись, так обойти просто вот с той стороны, Тань, там давайте, наверное, это пройдемся, может. А, бесплатно? Бесплатно тогда оно другое дело. О, да, бесплатно. Вот там Мишель, он в этой полосатой стоял, тут это футболки, вон пошел. Мишель, Вдовин, который он пошел. Нет, желающих участвовать, просьба подойти сюда. Ну давайте так вот еще где-нибудь здесь пройдемся.
Да, вот это вот снимем сейчас тоже. Вот. Будка с ружьем. Это сторожка, типа. Это литературный фестиваль «Война и мир». Вас ждут экскурсии по усадьбе. Я думаю, нет, конечно. Детей, а хочешь, ярмарка ремесленник. Военно-историческая реконструкция. Это самое сфоткай там Сурков в этой вот будке. Это самое с ружьем-то. Финал литературного конкурса. Встаньте, встаньте это по очереди. Встаньте. Организаторы музея усадьбы Толстого «Ясная Поляна» и ОНО «Лаборатория социального развития». Подробности в группе ВКонтакте. Можешь это взять там ружье, тут, наверное, даже. Не знаю, нет? Здравствуйте. Ты хотели лицо сфоткаться вон на фоне. С вами тоже можно. Давай, давай, встань, встань тоже это. А, спасибо. Вон там жена там фоткает. Я тоже, конечно. А, спасибо. Все, спасибо большое. Это, давайте я еще там, слышишь, Тань, Тань, шорт сейчас это сниму. Там что-то это 18:30, в общем, это самое, либо, то есть там открытие, то есть это праздник, наверное. А я пойду, наверное, сниму на вот этих вот чудиков еще раз на шортс. Золотых? А, это, кстати, вот экскурсия, наверное. Так что можно вместе с экскурсией, наверное, пройти. Так, только вы не теряйтесь, это самое главное, Тимофей. Давайте, будет очень особо. Да при чем? Мы наверное, читали? Кургин. Что-то читали. Да? Ну, пойдем, ты тоже. Красная шапочка одна, да? А, ну мне не красная шапочка, совсем. А, да-да-да. Ну, кстати говоря, да, красная шапочка тоже. А вот мы пошли за всеми, это самое, за экскурсии, а вот что, куда нас хоть ведут-то? Не знаю. Ну это генератор, господи. Это который, чтобы от бензина, как бы, получить этот самый 220 вольт. Ну да, мы совсем хотели бы. Спасибо. Так, так, мячик не кидай, мячик не кидай. Ладно, тихо, Натань. Мы с ними, наверное, тут не услышим, наверное, лучше это. Тут обратно. Детям это будет интересно. Мишка. Что-то мастерят.
Да, в 6.30 вроде бы сказали. Орел, Тубинский кластер. Можно это взять или с собой? Да. Хочешь, там это возьми с собой вот на память? Все взяли? А это вот там еще я бы снять бы сейчас хотел бы, это потом, вот мы как бы это что-то пойдем. Да, я тоже так заметил, такая у него прям эта внешность, это сам дворянская. И мы потом уже вот там еще я сниму, где там эти столы тоже. Ладно, пока там пойдемте еще столы сейчас еще пока обойдемте. Вот отсюда, кстати говоря, солнышко хорошее можно смотреть. А это уже начинается, Таня, так что ладно, сейчас пока давайте сюда. Орловского музыкального колледжа, дирижер Ивушкин Эдуард Олегович, громче, громче, громче! Итак, мы начинаем! Так, так, Тим, хватит. Люди, конечно, в форме это памятников, это да, это. Можете вот туда подальше.
давайте отсюда, вот туда. Вон туда идите-ка вообще отсюда. Ну-ка, давайте, нож. Ну-ка, туда пошли, вот, вот подальше. Тимофей, Матвей, вот туда давайте. Вот здесь, где это сам это пакет будет, вот здесь вот стойте вы тоже. Давайте, Тимош, вот туда. Громче, приветствую духовой оркестр Орловского музыкального колледжа. Дирижер Ивушкин Эдуард Олегович. Будет снимать, сейчас Сева Сосилевич будет снимать там репортаж. Вон стоит она, тетка с микрофоном, он находит, которая... Что, три морда? Ну, мячик. Матвей, мячик бери. Тимоха. Тимох, сейчас тебе будет вообще. Да-да, вон, выходи. Тимоха, хватит себя плохо вести. А что мы тут фоткать-то, я не знаю, в чем смысл, если это сзади, что ли, нет? Жена. На, короче. А я так и не понял, что ты фоткать собиралась. Хватит.
хватит себя плохо дорога. Почему? Тимоха, ты с ним не занимайся. Золото русской культуры. Ну, я хотел поснимать, давайте я сниму. Давай, один раз фоткай. Вот, достал это. Все, последний кадр тебе делаю. Иди сфоткайся, встань тоже с ними. А мы уже фоткались. Пойдем, мы тут фоткались уже. А вашу морду? Да не иди. Встаньте туда лицом. Ну, давай быстрее, мне надо сейчас идти снимать. Жена, у меня же эта камера-то работает. Да не хочет, ладно, пойдемте. Ну, в общем-то, он на духовой оркестр это играет. Ну, детям тут, конечно, скучновато этим суркам, блин. Что зря делают. Давайте сейчас мы снимем столы. А где мама-то? Куда делась-то? Они вот что-то там около стола. Опять. Марина, не хлебай. Ну вот, видишь, я же тебе говорил, надо очистить карточку памяти. Надо почищать телефончик. Когда? Сейчас? Вытащу, конечно. Ну ты можешь тоже, наверное, это... За кое-что, конечно. Я снимаю на видео, так что это, давай не будем. QR-код можно, централизованная библиотечная система города Орла. Книжная. Театр кукол. Орловский театр кукол. А тут либо еще будет, кстати говоря, еще представление, то есть, наверное, Сань. Да. Потому что вон там, во-первых, это театр кукол, там где что-то написано вроде. И там он ходит еще, это в костюмах. Ансамбль. Мне там Тимох, этот зараза, прям ткнул, прям вот он любит всегда по член. Мастер это, да. Тут, кстати говоря, если есть лишний этот баблишко, можешь это... Заказать, короче, что-то это, поесть, выпить кофе. Я хотел сказать. Кукуруза. Кукуруза. Вот кукуруза вареная 150 рублей. Ладно, пойдемте, наверное, вот туда. Yeah.
Может, они будут, кстати говоря, там выступать еще. Ну давайте это. Я сотовый уже есть, у меня сотовый. Мне он не нужен, мне его даже нечем будет держать. Давайте, скорее, скорее. Мама, это друг, это сапоги. Или борода, или сапоги. Ага, улыбочка. Раз, два, три. Все, спасибо. Спасибо. Я не знаю, тут я тебе не знаю. Я тут несколько раз фоткал. Ладно, все, пойдемте. Все, мы идем. Я просто хотел еще там из угла, то есть немножечко это сфоткать. Да. Тут ты это не хотела за 150 рублей на кофеечек, да, наверное, покупать? Нет. Тут оно перекрыли, кстати говоря, забыл сказать. Даже дорогу. Я хочу вот там еще снять, да, оттуда, с той стороны. Просто общим планом, что как оно тут чего. Короче говоря, там гаишники это сам закрыли участок вот дороги. Это Георгиевского там переулка. Не будем каждого по. Не, ну понятно, что да, да, да. Да, да. Матвей, дыши, давай спокойно это говори, давай спокойненько. Да, сейчас будут выступать, наверное, да. Я сейчас отсюда сфоткаю. Правда, отсюда кадр будет. Да нет, и так общий план. Кадр отсюда, конечно, он не сказать ей, что в принципе. Ну ладно. Наверное, да пойдемте уже все. Там какой-то батюшка, что ли, даже стоит, да? Батюшка. Батюшка. Батя. Ладно, пойдемте. Батя.